Не хочу с дебилами здесь стоять. Я хочу почитать сначала основные положения правил. Незнание правил не освобождает вас от ответственности. Первое правило на любом серваке. Запрещено ссылаться на слова любого администратора. Этот мы тоже запомним. Мы же ведь доебываемся до людей, мы высасываем причины для бана из пальца и делаем это вполне себе успешно который год подряд. Второй уже пошел год, как мы это делаем. НЛР тут есть какой-то, а что там по сторонним ПО? Использует стороннее ПО. Вот первая проблема. А какое нахуй стороннее ПО конкретно запрещено использовать? Это ж понятие растяжимое. Вот у меня Discord. Ну, тоже стороннее ПО считается. Но только тут уже админ решает, что стороннее ПО, а что не стороннее ПО. Армия ТРП здесь, кажется, запрещен. Такой, что просто так носишь оружие за мента, и тебе прилетает пиздюлина. В общем, какое-то время я просто болванил, бегая бесцельно по серваку, осматривая людей, кто как себя ведет и кто что делает. И вот она, казалось бы, неожиданная от меня фраза. Проблема в том, что тут банклав. Измененный банклав, основная часть его осталась как и есть, добавлены новые районы, а также переработаны старые. Ну и что это за хуйня? Ты нам сейчас будешь 40 минут рассказывать, что тут за карта? Совсем ебанулся, Артур? Нет, конечно. Просто я некоторую часть ролика провафлил, бегая по обычному банклаву, привычному гетто-району и не выбегал на другие территории, а оказывается весь движ за территорией этого города. Есть там такая прикольная территория, называется промышленная зона. Так вот, на ней каждый день скапливается критическая масса долбоебов из Dark RP. Но ее вы увидите немного потом. А пока смотрим, как я отстраиваю магазин, а также играю за оружейника. Разрешенное оружие, пистолеты, РПГ и дробовики. Нихуя себе. Ну ладно, давайте попробуем оружейный магазин сделать. Сделаем тот дупликат. Дупликаты у меня проебались куда-то. Ну, бывает. Значит, тогда будем заново строить все. А что с FPS-то? Вот мне интересно, если я туда смотрю. Я вижу только ж магазин. В чем проблема? Ребят, кстати, это снег уже давно растаял. Че вы? Убирайте снег. Блин, надо бы подобрать проб небольшой особо такой, чтобы просто верхнюю часть вот так закрыть, чтобы чел не мог запрыгнуть, как обезьяна в Dark RP-шная любит делать обычно на Dark RP. А то есть такие случаи. И на прошлом видео у меня также было. Пролезет обезьяна из Dark RP? Да, пролезет, к сожалению. Нам нужно сделать так, чтобы обезьяна с Dark RP не пролезла. Поэтому мы делаем следующим образом. Что такое? Что ты там увидел? И вот тут, пока я беседовал со своим котом, он сейчас тоже что-то говорит. Ага. Челики подумали, что я открыл какой-то магазин, хотя я не дал ни одной вывески снаружи. Лицензия имеется? На что? Сеть, пожалуйста. Yeah. Сеть, пожалуйста. На что? Куда пропустил? Ты проверил только что? Проверял? Что? На что лицензия? Пропустите, нам надо... Надо проверить вас на лицензию, наименее. На наименее чего, я не пойму. Бизнеса, бизнес. А где ты тут бизнес видишь? Бизнес, видите какой-то? Я стройку веду. О, вот у вас тут магазин оружия. Где написано, что это магазин оружия? Будущее. Где ты магазин оружия увидел? Вот. Ты у него в руке оружие видишь или что? Нет, он просто видит какие-то надписи, которых никто не делал еще. Выйди из магазина, не отвлекай меня от стройки. У него голос. Уйди с магазина, покинь территорию магазина, убери таран, оно тебе не нужно. Мне кажется, или у него голос как у какого-то грузина. Вас буст. Вы хотите, боже. Давайте, ребята, строй и шуруй. Первый нас прощаем. Да, шуруй прощает. Возьмите, возьмите. Это на будущее, чтобы кому-то потом вопросов не было. А кто там прощал-то, я не могу понять. Кто прощал, передай, вот пусть пиздует. Я не открою. Вот кто там простил, пусть пиздует. Что вы делали, Сим? Опять на ивент забрали. Охуеть, охуеть. Надо проверить. Где ты, сука, у меня магазин увидел, а? Так, стоп. А я ж могу вот... А я ж могу. Я же могу. Я ж могу. Пришел он, сука, там выведывать. Лицензию, не лицензию. Сука, где ты увидел надпись вообще? Магазин, оружие какое-то. Давайте почекаем законы города. Ну, ради интереса. Нелегал, тюрьма. Оружие, тюрьма. Убийство, взлом, тюрьма. Денежные принтеры, тюрьма. А в законах города это не указано. То, что бизнес там требует лицензию.
Чё, кого? 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 В 2021 году вы, наверное, эти ролики не застали, но я вам расскажу вкратце, что было. Тогда я очень плотно занялся тем, что хуесосил челиков, которые гоняют на госпрофессиях. Причиной такого морального дудоса стало как незнание правил профессии, так и самого сервака. И это еще вдобавок к тому, что они были охуительно тупые. Так вот, зайдя на миноре, я встречаю ровно то же самое, именно на госпрофессиях. В комьюнити канала устоялось такое выражение, которое применяется к игрокам на нелегальных профессиях – микробандиты. А знаете, как называют небольшого полицейского в Америке? Копчик. Так вот, сегодня мы открываем новую страницу в книге «В мире животных Dark RP». Знакомьтесь, копчик. Что ты делаешь? Что ты творишь? Ты ненормальный, нет? Что так? Какая проверка? Ты забежал, просто ёбнул по двери моей молча. Ты ёбнулся, нет? Выйди нахуй с моего дома. Какой нахуй ордер ты показал? Блядь, иди отсюда. Ты у меня в помещении находишься, ненормальный. То что сделаешь-то? Что ты сделаешь? Попадешь далеко и надолго. Куда я попаду? В класс коррекции, куда ты не попал? Иди с моего магазина. Иди с моего магазина. Ага. Дальше что? Слушай, я могу тебя выслушать и без наручников на руках. Зачем ты это делаешь? Неуважительно говоришь. С тобой нельзя уважительно разговаривать, потому что ты неграмотно пишешь, как минимум. Че прикалываешься? Оставь меня, блять, в покое, дай мне магазин достроить свой. Че ты ко мне прицепился? А что ты можешь? Ну, я тоже не особо пойму. Он забежал ко мне, молча выбил двери. Написано, что скопить поведение с попом запрещено. Да даже не в законах дело, он ко мне залетел домой просто, выбил молча мне быстро дверь, начал осматривать здесь все. И он удивляется, что я ему что-то говорю против. В законах не написано. Ордер есть, который ты через ми мне показал, ты что, совсем ненормальный? Иди отсюда давай, иди, говорю, отсюда, уходи с моего магаза нахуй. Иди, и ордер свой себе в одно место засунь. Давай, принцесса, уходи. Уходи нахер отсюда. Уйди отсюда, дай мне магазин достроить. Что ты делаешь? Чё, за что? За что ты его затайзерил? Что ты творишь? Что ты делаешь? Ты нормально? Подожди, нет, подожди. Отстань от меня, нахуй. Я живу вот с этим человеком. Ёбнулся? Ты залетел ко мне домой, блять, просто так. Что ты нахуй творишь? Я на улицу вышел, потому что вот моего друга начали... Не трогай меня, блять. Пизда просто, блядь. Помогите, пожалуйста, у вас сотрудник неадекватный, я хочу домой пройти. Лицом к стене стал. Да, у вас сотрудник неадекватный, он меня посадил... Я сейчас проверю на оружие и немедленно покиньте зону, Домой меня проведите. В итоге подбегает снова это хуйло и арестовывает меня еще раз. Можете предоставить свои документы, пожалуйста? Предоставьте свои документы. Окей. Для дополнительной... Блять, да что? Ну я вот о нем и говорю, зачем он это делает? Подожди. Че? Блять, пиздец, че за долбоеб? Мне кажется, проще будет вот так сделать. Нахуй пошел, сука. Тварь ебаная. Сейчас кто-нибудь мне скажет: ты нарушил админ правила, ты его забанил в РП. Заебали, сука, мне эту хуйню терпеть. Я строил магазин 20 минут, и я хочу просто поиграть. Он мне бегает, блядь, мешает играть натурально. Что за хуйня? Ребят, у меня уже срок ареста прошел, я тут до сих пор сижу, помогите. О, выпущен из тюрьмы. Ура, победа. Так, ладно, теперь я попробую еще раз это сделать. Торговая точка, оптовик. Ну, давайте сделаем какой-нибудь более привлекательный текст. О, оранжевый получше. Название нашей торговой точки. Мне нужна лицуха тупо на оружие. Здравствуйте, мне нужна лицензия на ношение оружия. 1000. 1000? Думаешь? Да, 1000. Держите. Вот ваша лицензия. Спасибо, всего доброго. Так, лицензию я получил. Вроде бы пока что все идет по плану. Теперь можно давать рекламу в адверт о том, что у нас открылся магазин оружия. Но мы его, конечно же, замаскируем просто под торговую точку. Но...
Я, конечно же, понимаю, что какой-нибудь челик все равно додумается обыскать этот магазин оружия, сука, на котором написано торговая точка на лицензию на бизнес. Потому что что еще от Dark RP обезьяна ожидать, которая взяла профессию мента и чисто для того, чтобы щемить кого-то? Конечно же, он будет пытаться найти там какие-то нелегал, какой-то нелегал у продавца оружия. Адверт. Открылась торговая точка «Оптовик» возле вокзала. Даем объявление в адверт и ожидаем покупателей. А пока мы ожидаем их, я могу почекать какую-нибудь интересную газетку из той кучи, что у меня стоит на барной стойке, которую я переоборудовал под витрину. Что-то тут скучновато, можно даже Ральфа сюда повесить. Хе, вспомнил мемчик один из 21 года. Возможно, есть пару секунд, я гляну. Какую конкретно нужно снайперку тебе? Есть СГ-550, есть АВ-50, есть просто АВИК. Но это, считай, весь выбор снайперок. Хорошо, АВИК тебе обойдется в 60 тысяч. О, опять появились у меня бабки. Нормально. Угу. Увидел, увидел. Сейчас будет твой АВИК тебе. Самая одна из таких главных ошибок при строительстве какой-то, не знаю, комнаты, здания и так далее, если вы хотите красивую сделать застройку, это чтобы вы не переусердствовали с деталями. Ну вот я, например, там накидал чуть-чуть, я, конечно, еще накидаю разных деталей, но некоторые игроки, я раньше тоже сам таким был, я просто начинал по максимуму пихать в каждый сантиметр какую-нибудь там фигурку, пробчик небольшой, чтобы это просто все было забито. И от этого красивее постройка не становилась. К примеру, вот смотрите, я вот стою, у меня, видите, слева все просто наполнено по максимуму. Сюда еще кружечку тупо добавить и все. А вот эта стена у меня пустует, непорядок, да, представляете? Охуеть. Нихуя себе, а че за жопа должна быть такая прямоугольная, сука, или че? Здравствуйте, что у вас что-то такое? Торговая точка. А нельзя. У вас есть лицензия? На что? На торговлю. А законы требуют это? Да, требуют. А какой закон? Ну, оружие, я... тюрьма. А кто сказал, да, что я конкретно оружием занимаюсь? Торговая точка ж написана. Оружие... Ну, это предположение. Ну, оружие, да, это... Можете нам открыть? Зачем? Все равно. Вы должны иметь лицензию на торговлю. В законах не написано, что торговля требует лицензию. В принципе, на торговлю нужна. Но я не вижу в законах, чтобы это было написано. Ладно, кто не понял, эти хуесосы просто пытаются вывести меня из себя, чтобы найти хоть какую-то причину для того, чтобы посадить меня в тюрьму. Это обезьяны из того разряда, которые поняли игру за полицейского, но слишком буквально. Вот они узнали где-то там, что полицейский может арестовывать. Они только этим, блять, и занимаются, по поводу и без. Причем посмотрите, как они бесятся, когда они не могут нормально, типа, зайти, потому что им нужно. Когда они говорят, вот проверка лицензии, я говорю, ребят, в законах не указано, как бы шуруйте. Нет, откройте, нам надо зайти. Сука, что тебе тут надо посмотреть? Ремонт у меня как сделан или что? Я вот, все понимаю, но... Поподробнее, почитайте. Но я читаю сейчас достаточно подробно. Развернутый как раз таки файл, документ в общем доступе законов города. Я там не вижу, где требуется лицензия на торговлю. Там... Что у вас... С голосом. Я думаю, никого это волновать не должно. Вы пришли за лицензией, которая вообще не нужна для торговли. Наверное, что-то курил. Просите реформу. Вы что, робот? Давайте. Всего доброго. Вы андроид? Давай его вскроем. Скажите честно. Всего доброго. Я беру. Что всего доброго? Да бери, похуй. Встречайте, нарушение правил обыска, а также нон-РП. Нон-РП, потому что гостники пытаются выдумать законы, которых вообще не существует, при условии того, что это госсотрудники, которые знают законы города. А нарушение правил обыска эти обезьяны получают чисто из-за причины нелегальные предметы. Вы скажете, да что за бред? А это не бред, это так и есть. Челики непонятно где увидели, какие нелегальные предметы. Компьютер, мышку, клавиатуру, что? Да, я и так никуда не двигаюсь. Лицензию, пожалуйста, предъявите. На что? На торговлю. Торговля не требует лицензии, я смотрю законы города. Жек, либо ты показываешь лицензию, либо летишь в обезьянник. А за что? 15 суток. Нет,
тебе еще раз повторить. Но я не вижу в законах, чтобы требовалась лицензия на торговлю. О. Угу. Фри арест, фри варант. Ай, ну НРП еще 10, ну 25 выходит. Да, такие вот дела, ребята. Джайл, 25. Ми. Ну, меня второй раз арестят животные отсталые. Но что поделать? Я зашел на Dark RP. Это все максимально ожидаемо, ребят, понимаете? Да. Тут удивляться совершенно нечему. Вот вы сейчас, наверное, думаете, возможно, есть люди, которые, ну, просто наткнулись на канал из рекомендаций и думают, блять, они ж такие отсталые, сука, что они за хуйню творят, вы, наверное, думаете, когда вы ролик смотрите мой очередной. А я вам скажу, ребят, это в порядке вещей вот так себя вести. Я теперь жду, пока меня вытащат, конечно. Или как-то есть возможность самому отсюда выйти. Я бы с удовольствием бы даже выкупился, мне как-то на это похеру. У меня денег, вон, 2 миллиона. Я не ради денег захожу фармить. Да и было бы странно, если бы я видос бы снимал, как я фармлю. Хоть я этим, конечно, и занимался 3 года назад, 4. Но сейчас-то уже зачем? Ладно, отсижу я в тюрьме за чужие дела. Вот как бы поступил умный мент? Пошел бы, начал бы топить в мэрии за то, чтобы сделали закон, который запрещает тебе продавать оружие без лицензии и вести какой-то вообще бизнес. Нет, я буду тыкать несуществующим законом абсолютно. Конечно, это намного лучше ведь. Хотя, если так подумать, зачем оно нужно? Никто пусть не идет, не просит закон города, я буду батить людей на нарушения. Изи. Изи, блядь. Просто изи. Здравствуйте, я снова пришел за лицензией на ношение оружия. Все так же стоит. Отлично. 1000. Спасибо. До свидания. А чё, ну сколько ивенты еще будут проходить, вот мне интересно. Я с игроками погоняю на серваке, просто ивент, 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 кругом ивенты. Сейчас, да, здравствуйте, продолжим наш разговор. Можно проверить лицензию на продажу оружия? Мне нужно семью. Конечно, можно было бы, но в законах... Что-что? Конечно, можно было бы проверить, но город-то не требует в законах лицензию на продажу. Но вообще-то требуется. А, сейчас почекаю, сейчас законы города гляну. Так, денежные принтеры, вот вижу. Нелегал, вижу убийство. Нелегальное оружие. Ну а вдруг вы нелегал продаете? Откуда нам знать? Нет, все оружия, если продаются, они полностью чистые. И как раз таки сядет в тюрьму тот, кто их носит без лицензии. Смотри, написано оружие, тюрьма. Ну да, если у тебя на оружие нет лицензии. Так давайте проверить, пожалуйста, лицензию на оружие. Если вы продаете оружие, значит у вас оно есть. А я могу только с одним полицейским разговаривать, чтобы мне никто не мешал? Да, конечно. Вам никто не мешает. Но так вы сейчас, короче, стоите рядом, мешаете. Я не понимаю, посмотри, зачем. Ты послушай, вообще никак как он не говорит. У вас должно быть разрешение на оружие, понимаете? Лицензия должна быть. Ну, на ношение оружия у меня есть лицензия, а на бизнес не требуется лицензия. В законах нету этого. Не, тогда покажите мне лицензию на оружие. Ну, на оружие, конечно, вот, смотри. Давай. Ну, ёбан. Окей, вопросов нет. Ура, можно бизнес без лицензии вести, круто. Боже, что за параша, блядь, просто. Да, шо? Позорище. Позорище. Ебать, вот то же самое думаю, когда на тебя смотрю. Пиздец, кто его в люди выпустил? Пиздец, вот это, конечно, позор, нахуй, страны. Да. Future, today, not tomorrow. Ну, давай, учись пиздец, стрелять. Давай, ломай его, нахуй. Учусь. Лицом к стене встаньте, пожалуйста. А чего такое? Давай лицом к стене. Чего случилось? Короче, мы сейчас зашли к нему, получается. Лицензия имеется. Так я ж только что показывал. Подбегай, пожалуйста, быстрее. Ну я-то этого видел, что... Ну вон, спросил сотрудника. А ты тут, блядь. Лицензия имеется, да или нет? На что именно лицензия? На оружие, так как пока что... Так вон, сотруднику справа от вас я показал. Проверьте дополнительно его карманы. Проверьте, ну, давайте дополнительно карманы его проверим, давайте. Ладно, смотри, вот еще тебе лицензия. Спасибо, лицом к ним встаньте. Карманы сейчас проверим. Я вам говорю, повернемся. Ну так и что, какой-то донос был на меня? Или что?
Не судьба, видать. Ничего не найдено. Не судьба, можете шуровать отсюда. На всех парах, ребят, давайте. Да, конечно, конечно, тебе приказывать нам. Спокойно сейчас уйдем. Да, да, да. Давай, спокойненько, паровозиком отсюда все втроем. Давайте, давайте я мать все четыре сюда, блядь, закину на стену. У него нахуй весь этот ресторан развалит. То, чем они занимаются, это нарушение правила НОНРП. Полиция не будет просто так в открытую провоцировать на какие-то нарушения законов города со стороны других игроков. Этот же полицейский в открытую угрожает подрывом магазина, оскорблением меня, а также всего того, что я построил. А причина ордера неизменно нелегальные предметы. Я думаю, это все, что необходимо знать о ДРКРП комьюнити, которые любят играть на госпрофессиях. Не смейте мне тут, сука, ущемляться. Я говорю не про всех сразу, а про определенную прослойку игроков ДРКРП. Ресторан. Бля, пиздец, вот плохо, да? Нет, пиздец, реально робот. У тебя сейчас нахуй ресторан развалится, мне, блядь, поставить тут вообще пиздец будет. Да, Василий, да. Блядь. Чё еще раз скажешь? Ты с магазина моего выйди нахуй уже. Долбоёб. Сейчас ты закрупаешь, блядь, по товарищам полицейским при исполнении. Лицом к стене раз, лицом к стене два. Лицом к стене три, я буду стрелять. Оскорбление госслужащих при исполнении. Будете арестованы за оскорбление госслужащего при... Как я понял, сегодняшний ролик будет вообще не о том, как я продавал оружие, потому что оружие я толком и не продал. Ну, всего лишь один ящик с ЭВП. Ну и что это за продажа? Что за навар в 15 тысяч? Нет, даже в 25, окей. Ну что это? Что я заработал с этого? Ни хера. Я эти бабки спущу либо на патроны, либо на броню и так далее. Реального заработка у меня нету. По нескольким причинам. Первое. Ко мне постоянно забегают менты с целью того, чтобы меня, так скажем, обыскать на ношение лицензии и наличие лицензии на бизнес. Прикол в том, что бизнес не требует лицензии. Как минимум по законам этого города. Но они откуда-то высирают причину, чтобы меня обыскать якобы нелегальные предметы. Привет. Пройдемте за нами. Нам надо вырезать ваши легкие. Пройдемте за нами. Я не понял. Пройдемте за мной, пожалуйста. Куда? Вы... Ебалом к стене. Я не тебе, я ему. Ебалом к стене. А, ребят, вы давайте убьем. Разберитесь. Может, его все-таки убьем? А, так, а зачем? Это угроза. А что вообще произошло? Он тебе угрожал, это нормально? Нет, это не нормально, просто мне интересно, что за хуйня была. Выдал мне, короче, наказание НОНРП 5-10 минут. Я не пойму, за что. За что не поймешь? Сейчас пересмотрю демку, я тебе еще раз объясню просто. А, подожди, ты проверял лицензию на оружие? Ну, на торговлю оружием? Первый раз, да. Я к тебе подошла, вот, и спросила лицензию на оружие. А на дальше торговлю. Уже чуваки, это они уже занимают. На торговлю? Да, ну, и это тоже. Ага. А зачем, если в законах не предписано этого? Ты в жизни будешь... Просто я не знала, как по-другому это выразить. Что выразить? Ты мне ясно сказала о том, что нужна лицензия на торговлю оружием, которая не предписана в законах. Я об этом говорил кучу раз, как можно было не понять. То есть ты... Просто там написано оружие и тюрьма, вот. Но и... ты манипулировала законом, которого, ну, нету вообще. То есть выдумала закон, грубо говоря, а агент ФБИ точно не будет таким заниматься. И не будет выдумывать законы, он знает сам законы действующие. А ты... Делала совершенно наоборот. Тогда я не поняла логики, когда пацаны отыграли, что они тебе пакет с наркотиками, а дальше просто взяли кубики кинули, это как называется? Я не знаю, они там хотели мне что-то упорно подкинуть, только я не понял зачем. Ну вот, а при чем тут тогда кубики, блин, вот, вообще не поняла. Причем кубики-то у них спрашивает, ты с ними играешь, я тут при чем, я нет, что? Нет, одного парня я знаю, второго нет. Ну так, хорошо. По правилам сервера нелегальная деятельность только у контрабандистов. А ты это объясни всем ментам на серваке, я уже таких 5 человек забанил, я час играю сейчас. Ладно. Ну вот, да, дальше, претензия какая у тебя? Да никакая. Вот это да. Потому могу? Ага. А можно сейчас чела тэпну по-быстрому? Его как раз надо будет наказать мне. У тебя НОНРП нарушено. Посмотрите на то, как он становится вежливый, когда его тэпает админ. Алло, слышишь? А в чем НОНРП? За госсотрудника без причины какой-то бегаешь, оскорбляешь людей во время обыска. Во время обыска? Да. Если оскорблял, то ладно. Ты же понимаешь, как бы...
цепляться к словам. Но в плане, если бы я делал бы какие-то несовместимые, несопоставимые действия, как для госсотрудника, то это было бы совершенно иное. Для госсотрудника ты это и делал. Что ты такой добрый, пушистый стал, спокойный здесь? Ну а что ты мне просто говоришь? Что ты понимаешь? Меня волнует, что ты просто мне сейчас говоришь. В плане действия, в плане чего-чего, подожди, я просто... Жидкого дал, да, по штанам? Охуеть. И теперь все, голос такой спокойный, пиздец. Досадно. Чего-чего? Чего-чего? Оглох еще резко. Так а что мне нервничать, кричать, что ли? Чего ты ожидаешь? Так ты в РП так и бегал себя вел. Ты, мне кажется, за как администратор немножечко не держишь субординацию. Субординацию с кем? С человеком, который как с ним. Животное себя ведет с игроками. Я же тебе не друг какой-то. Нет, я же тебе не друг какой-то. Да не дай бог такого друга иметь. Я же тебе не друг какой-то. Не дай бог такого друга иметь. Чтобы ты типа вот так вот... Я просто не понимаю, что... Ну, на РП 10 минут. Опа. Не друг, я тебе... Да нахуй таких друзей. Ебанат, сука, конченый. В РП бегает профессии. Людей хуями кроет. Просто так, понимаете? Ну, вот просто этот чел зашел во время обыска, начинает хуесосить все, что ему попадется под руку. На жалобы его тэпают. Он такой весь добрый, спокойный, пушистый, адекватный. Хуесос, одним словом. Конченый, блядь. Вы шо, ребята, прикалываетесь, что ли? Какой ивент? Дайте ролик снять, блядь. Пожалуйста, сука. Ля, сука, я не могу поиграть нормально. Постоянно всю карту на ивент забирают. Онлайн 37, и половина, а то и больше человек улетает тупо на ивенты. Что мне делать в это время? Просто бегать по серваку, круги мотать? Ну, вон жижа какая-то топает посреди города. Ну и что он мне... Ну, какой с ним РП-процесс мне светит? Никакой. Только РП-догонялки, не более. А что мне делать? Людей постоянно на ивенты... Не, я понимаю, это классно, это прикольно, насыщенная жизнь на серваке. Вот тут позитивчик какой-то. Бандит, наверное, да? Ебать. Нихуя себе. С каждым годом челиков, которые ищут у меня нарушения и выписывают их как по бумажечке в комментариях, становится все больше и больше. И сейчас для вас очень классный шанс написать об этом еще раз и снова обосраться. Какой же я хуёвый! Я нарушил правила ФРРП, потому что я вижу перестрелку и я не убежал оттуда прочь. Ладно, хорошо, а каким образом я тогда должен записывать контент? Летсплей прямо со спавна, не выходя оттуда, мне же надо что-то показывать вам, что происходит на серваке. Из-за чего, к примеру, какая-то ситуация началась. Ну это же, наверное, логично, не? Вот даже сейчас, если бы я просто ушел, испугался, да, плюс очки в карму, отыграл ФРРП, но не записал прикольный контент, потому что тут новые микробандиты, тем более в неизведанной для меня местности. Эй, большой хуй в мире животных, возьми хилку, я держу ее. Ты что, знаешь, чей это район? Это наш, это Грув Стрит. Ебать, поздравляю, и дальше что будет? Если ты не уйдешь с этого района, мы тебе чики-брики жестко вдам. Я не могу двигаться, ты на меня оружие наставил. И вот он тоже. Нарушение правила армии ТРП. Вообще, бля, непонятно, зачем он мне начал угрожать оружием. Для чего? Сука, он подходит ко мне и говорит, это наш район, это банда Grove Street. Я-то думал, сука, рэп начнется какой-то. Он начнет читать, жестко наваливать под биток. А нет, он просто вышел, дал жидкого со стволом и ушел. Ну не можете, значит, мы берем ордер. Да, кстати. О, прикольно. Армия ТРП у тебя. Ты зачем доставал оружие, угрожал мне? Ну, потому что это наш район. И что, это улица. Прежде всего. Ну ладно. Ну все, ББ. Сроки наказания армии ТРП. 5 ми. Чекнем логин на всякий. Посмотрим, кто меня именно пизданул. Так. Дрова. А зачем он меня ёбнул? Вот мне интересно. Вот правда. Посмотрим. Спек. Скачет. Спек. ТП. Привет. Чё такое? А чё убил-то меня? А ты кто, блядь, был? Оружейник я был, блядь. Кого?
Того, я был, блядь, оружейник. Продавец оружия, я не помню просто, кто это был. Да, продавец оружия, я тебе говорю, оружейник. Ну смотри, получается, я только что уебал двоих человек винтовки, блядь. Ты над этим все наблюдал, хуй знает, что мы будем узнать, что бы ты делал. Так ты видел, что я делал? В смысле, хуй знает, что бы я делал? Я стоял просто и все, никуда не побежал. Да и что значит, ты можешь делать? Так вас рейдили-то, грубо говоря. Вот так рейд уже закончился, потому что я закончил. Ну так, вот именно рейд начался, я просто свидетель этим... рейда, и все. Какой криминал? На вас сами госы напали. Какой криминал? Действительно, я двоих уебал, блядь, какой криминал? Ты оборонял дом свой, все, вот и все. Кого? Ты оборонял просто... Ты дом свой оборонял, говорю. Чё в этом такого? И, возможно, да, кого-то ты убил. Они, грубо говоря, не начали рейд, понимаешь? Ну да, ты дождался, они пока не пропишут орды. Варант, и ты их порастреливал всех. Вот и все. Ну вот. А меня непонятно за чё убил. А тебя убил за свидетельство. Ну, вообще-то, свидетель умеет разговаривать, и с ним можно договориться. Или же хотя бы просто прогнать его. Никто из этого ничего не сделал. Я не договариваюсь ни с кем. Я не договариваюсь ни с кем. Так а причина какая была? Объективная. Я тебе уже назвал причину, ты был свидетелем того, что... Во-первых, отбил рейд. Во-вторых... Тебя нон-РП фрикил. Почему нон-РП? Правила, потому что читать надо. Запрещено грабить человека в общественных местах, а также если рядом находится свидетель. Если появляется свидетель... Грабить. То вы должны дать ему возможность уйти. Исключением являются госслужащие и военные, а также госслужащие под маскировкой, и о маскировке которого вы узнали РП путем. Ты просто увидел чела и убил его. Нон-РП плюс фрикил. Ну, ДМ тут. Все, удачи. Что, еще грабить человека? Вообще-то, не метим, мы тебя что грабим? Я тебе говорю, цитирую правила. Если появился свидетель чего-либо, ты должен дать ему возможность уйти. Чтобы он потом, блядь, взял, рассказал, все, блядь, и на нас попять. Да, меня не идет, чтобы он сделал рейдов. Дальше. Ты должен дать ему по правилам сервака возможность уйти. Ну, я тебе давал уйти, ты нихуя не давал. Ты мне ничего конкретно не говорил и ни на что не указывал. Ты просто молча меня убил. Но я вижу то, что челики просто рейд проебали. Для меня это в порядке вещей. То, что рейдят квартиры какие-то, и вдруг это вообще был не мент, откуда мне знать? Я близко достаточно не подходил. То есть, смотри, ты не боишься того, что уебали двоих, и ты, возможно, будешь следующий, да? То есть ты этого не боишься? Мне не за что быть следующим, потому что я первое, не лезу в какую-то квартиру, никого ни на что не провоцирую. Я просто, считай, оказался там в какой-то момент, и все. Но ты в итоге не хотел уйти, ты захотел протолкаться. А меня никто не прогонял, в этом-то и прикол. Мне никто не подошел, не сказал, вот ты свидетель того, что мы ёбнули ментов. Дай спрошу у человека в Дискорде. Хорошо, сейчас мне человек говорит, что он тебе говорил уйти из района. Какой позитивчик твой говорил? Что? Позитивчик этот твой говорил уйти из района. Ну, я не ебу, кто нам говорил, вроде как. В смысле, а у кого ты тогда спрашивал? Ты не ебешь, кто тебе говорит сейчас или что? Я просто, я сейчас спросил у тех, кто был, один человек сказал да. Ну, ник у него какой? Позитивчик вроде. А, ну пиздец, ну он улетел за армию ТРП, поздравляю. Просто чел бегает оружием, размахивает, непонятно зачем. Говорит, что это типа наш район, это улица. Нашел у кого советоваться, охуеть. А он тебе говорил уйти? Я ему сказал то, что это улица, а я ничего такого не сделал, чтобы меня прогонять. И он заткнулся нахуй сразу, и ну, больше оружия не доставал. Я понял, ты в итоге сейчас у тебя АА будет. АА будет? Ага, понял. Еще что расскажешь? Что еще расскажешь? Да хуя чего, ну. Ну смотри, АА это... То есть ты намекаешь на то, что меня забанят или дадут наказание? Смотри, получается, ты говоришь о том, что тебе никто ничего не говорил. По поводу уйти. В смысле? Да? Чел нарушил правила этим самым. Говорил, я не считаю это РП процессом каким-то. В смысле, зачем мне уходить, если я просто бегаю по улице? Ничего тогда еще не было. Чел просто хотел помахать стволом. Получилось неудачно, получил бан. Ты мне сейчас на бан намекаешь и угрожаешь баном. У тебя 1.15 выходит нарушение. Дальше будем продолжать? Хочешь еще больше банов? У тебя было 20 минут джайла, вместо того, чтобы смириться с ними, ты себе сейчас наговорил на нарушение 1.15, это сутки бана. Нравится, нет? Ты сейчас себе заработал нарушение 1.15, за что идет один день бана. Ты мне угрожаешь тоже наказанием каким-то, хотя непонятно зачем, непонятно почему.
пойдем опять в вот этот район. Я понял, это своего рода гетто-банклава. Просто тут банклав переработанный, переделанный. Вместо пустыни здесь вот этот промзона сделана. И теперь я понял, где можно ловить каких-то микробандитов на этом серваке. Да, что такое? Чего тебе надо, старче? Заработай. Что? Да чувак, у меня $200 в кармане. Работать иди, я не знаю. Ну, я не даю деньги. Почему ты не даешь деньги? Потому что я не меценат, чтобы раздавать деньги направо-налево. Почему за это поплатишься? Еще как дождь. Да-да-да. Иди отсюда нахуй. Слышишь ты? Слышу. По лицу дашь? Бать, ну давай. И шо, у тебя приступ, что ли, пиздец? Ты выйти куда-то хочешь? Я тебя здесь не буду бить. Ты жалкий. Жалкий? Давай пойдем, я тебя по лицу дам. Блин, да давай, тут все равно никого нету. Давай, по лицу тебе дам. Ну так, ты дашь мне по лицу или ты пиздеть будешь? Пойдем, что ты, давай. Слышь, прикол, а знаешь, такой есть, слышь, мужичок? Прикол такой есть. Собака, которая постоянно лает, никогда тебя не укусит, поэтому тут то же самое. Не подходи ко мне. Блять, ты совсем дурак нахуй, что это было, блять? А нахуй он это сделал, объясни. Хуесос. Слушай, что случилось с тобой? У тебя нарушено правило Фрида Мага, а также Арми ТРП. Почему Арми ТРП? Я не слышу из микрофона за 100 рублей. Напиши в чат. Причем Фридамак, а причем было то, что ты по мне начинаешь лупить? Ты выебывался на меня, я тебе просто сказал, иди работай. Ты мне угрозы начал кидать, естественно, я тебя нахуй пошлю. И поверь, в жизни у меня намного больше денег, чем у твоей семьи. Это вот типа возле деревьев листики срывать, но я этим в 5 лет баловался. Это не деньги, это листья. Ебанулся? Причем тут семья моя? Тем более, о какой ты семье вообще говоришь? Ты в курсе, что ты приемный, не? Всю жизнь их не видел. А за что я тогда грисмод купил? За что я компьютер купил? А, интернет как я платил? Чтобы в интернет выйти, что надо заплатить денег? А, блин, вот не задача, да? Ибо деньги есть, оказывается. Деньги видел, да? Вот так вот хотел повыебываться, да? Микро из жопы. Ну, блядь, знаешь, лучше микро в жопе, чем микро за 100 рублей. Этот вот микро твой, он тебя полностью описывает, о чем речь. Ты же не в состоянии себе микрофон хороший купить. У тебя какая-то всратая палка поломанная, скотчем перевязанная за 100 рублей. И ты мне говоришь что-то про деньги, мат положение. А у меня нет отчима. Я не знаю, с кем-то ты меня перепутал. По-моему, перепутал. Да нет, не дохуя. У меня один отец и все. Ну как в нормальной, обычной семье. Я не знаю, кто тебе навязал такую норму, что у твоей мамы должно быть много ёбарей, но, чувак, это не есть хорошо. Либо у нее бешенство матки, либо она просто проститутка. Вот так вот думал, да, то, что у тебя батьков дохуя, и думал, вот это ты крутой, да, выебываться. А оказалось, нет, просто мать, блядь, на трассе работает. У тебя нема отца, твой отец в раковину накончал, и ты родился. Так это аквапарк называется. Хуйню какую-то несешь вообще бессвязную. Если бы еще как-то, не знаю, эти панчи затрагивали меня, а мне как-то, ну, до пизды. Я, честно, и не понял, при чем тут родные. Вот. Но я администратор, и ты меня этим оскорбил. Поэтому у тебя еще офент админ. Да о чем мне ждать? Пока ты микрофон себе купишь или что? Пиздец. Примат по клетке носится туда-сюда. Все, короче, понимаете, я не хочу с дебилами здесь стоять всякими. С дебилами? Второе оскорбление. Да, все, пиздец. Блядь, ну под... Пиздец. Слушай, не горячись особо. Я ему тогда сам могу выписать уже. Я могу выписать ему. Ну подумаешь, мать шлюха за пакет с мефедроном сосет. Ну да. А до сих пор на микрофон не накопили. Да? Вот беда, Клаус. Охуеть. Думал зайти похуесосить кого-то, да, на DarkRP-сервачке. А вышло так, что тебя дерьмом в лицо макнули, да? А что будет? Чтоб дебил. Ну, минус хуесос. Я сделал.